удивлен некоторым азербайджанскими СМИ, воспринявшие на ура высказывание Алиева «Карабах – это Азербайджан» и восклицательный знак. Такое ощущение, что все это время Алиев имел какую-то иную риторику в отношении Карабаха. Лично меня даже не удивило, почему восклицательный знак. Это восклицание длится на протяжении всего армяно-азербайджанского конфликта. По сути, Азербайджан только восклицанием и живет, а власти этой страны, восклицая, только и дурят свой народ. А народ им вдогонку восклицает, пребывая в одних розовых очках. К тому же, обратите внимание, если армянские главы государства делали и делают какие-либо заявления внутри своей страны, то азербайджанский, один и тот же глава государства на все века и народы, восклицает, где нужно и где не нужно. Таким образом, распространяя свой плач и клич о помощи то к одним, то к другим. Собрал у себя в Баку спортивные пан-исламские игры, но вместо того, чтобы пожелать удачи спортсменам в этих играх, Алиев собирает их и рассказывает про Карабах, про то, как кафиры-армяне покушаются на мусульманский Азербайджан и призывает не сотрудничать мусульманским странам с Арменией. Заметьте, говорит он это спортсменам. Напомню. Или недавний случай на 16-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», где принял участие Ильхам Алиев, зарядивший старую шарманку о Карабахе с восклицательным знаком. Знает ли, что такое восклицательный знак, выпускник МГИМО и Папанын Гюльбаласы? Смотрим. Восклицательный знак – знак препинания, выполняющий интонационно-экспрессивную и отделительную функции, который ставится в конце предложения для выражения изумления, сильного чувства, волнения и тому подобного. Что испытывал Алиев, когда сказал о восклицательном знаке? Изумление? Не думаю, так как Карабах, он же Арцах, де-факто независим от Азербайджана. Тогда что? Сильные чувства? Тогда почему он не принимал участие в войне за Карабах, а в это время занимался бизнесом в Стамбуле? То есть чувств особых тоже нет. Может, волнение? Это ближе к истине. Ибо Алиев понимает, что все его закупленное оружие – это очковтирательство для своего собственного народа. А власть хочется передать следующему по списку сыну Гейдару Алиеву-младшему, без карабахских проблем. Причем, если вы послушаете выступление Алиева на Валдайском форуме, то обратите внимание на одну деталь, схожую с «Отче наш». В этой молитве человек сначала восхваляет Бога словами «Да светится имя Твое, да придет царствие Твое», а затем просит у Бога «Хлеб наш насущный, подай и прости нам долги наши». Так и Алиев сначала облобызал Путина, похвалив его, сказав, что с политикой Путина согласен во всем, а затем переключился на Карабах. Кстати, не прошло и недели, как главы государств снова встретились уже в Ашхабаде на саммите глав государств-членов СНГ. Помимо остальных вопросов на повестке дня заседания, обсуждалась и подготовка к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Но и здесь Алиев решил выплакаться и найти армянский след. Азербайджан, имея в два раза меньше героев СССР, Великой Отечественной, вороизирует прогерманских нацистов. И привел пример Гарегина Нжде. Но на этот раз у меня претензии не к Алиеву. Алиевский плач Ярославный где ни попадя всем давно известен, кроме его отары, что идет на поводу. У меня претензии скорее к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
Возможно, кто-то из правительства Армении смотрит меня. Некоторых я знаю, что смотрят, но на всякий случай обращаюсь к зрителям. Поделитесь с этим выпуском с Пашиняном, ибо то, что я скажу, это очень и очень важно. Уважаемый господин Пашинян, в панармянском революционном движении вы были чертовски красноречивы, убедительны, а ваш голос можно было услышать и без рупора за пределами Ганрапетутян-Рапарак. Но на заседании членов ОДКБ, как мне показалось, вы были пассивны. Лидер нации, которая дала сотню героев СССР в Великой Отечественной войне и еще десяток героев других стран в этой же войне, не может отвечать так, как ответили вы этому коммерсанту Алиеву. Мне кажется, вам необходимо иметь как минимум пару азербайджановедов в качестве советников. Не тюркологов, а именно азербайджановедов. Армения подвергается информационной атаке на уровне первых лиц государства. А вам просто необходимы такие советники. Довольно уже вести оборонительную позицию. Пора нападать. И нападать их же оружием. А пока что мы просто обороняемся. В ответ вы рассказали историю о жизни и деятельности Горегина Нжде. Скажите, кому это нужно? Алиев намеренно напомнил главам государств ОДКБ Анжде, обвинив его в фашизме, заведомо зная, что ответ будет оправдательный с армянской стороны. Недавно так и вовсе на израильском телевидении некий Алверчи из Азербайджана, заделавшись евреем, тоже рассказал о Горегине Нжде. Еврей с физиономией среднестатистического Мамеда, к тому же с ашкеназским именем Арье Гуд. Хотя невооруженным глазом видно, что он такой же Арье Гуд, как я, Соломон Шлехт. Ну а пока у вас нет советника азербайджановеда, я вам подскажу кое-что. В Ереване памятник Горегину Нжде появился недавно, в 2016 году. А чуть раньше, в 2013 году, в прокат вышел российский художественный фильм «Нжде» с участием известных российских актеров Михаилом Ефремовым и Чулпан Хаматовой, которая, кстати, была одним из знаменосцев олимпийского флага и шла в первом ряду. Что ж получается, Хаматова сыграла в фильме, где Нжде представлен в качестве положительной личности, а значит и является соучастницей героизации фашистов. Но я не об этом. Я о другом хочу сказать. О том, чем нужно было крыть Пашинян. А вот уже на протяжении 30 лет в Азербайджане не только героизируют одного из идеологов гитлеризма в азербайджанских кругах Мамеда Эмина Расулзаде, но и популяризируют так, что не то что Нжде, а сам Гейдар Баба бы позавидовал. Только за последние 30 лет Расулзаде успел побывать и на банкноте азербайджанского маната, и на почтовых марках азербайджанских с его изображением, вышедших трижды за 30 лет. А в Азербайджане установлены памятники Расулзаде, мемориальные доски. Издаются его книги на азербайджанском языке и широко популяризируются. И не только Расулзаде, но и Абдурахман Алиоглы Фаталибейли Дуденгинский, красноармеец, который в ходе Великой Отечественной войны был пленен и пошел на сотрудничество с нацистами и вкупе с Расулзаде являлся одним из создателей азербайджанского легиона в составе вермахта. Как известно, во время Второй мировой войны руководство нацистской Германии при формировании национальных легионов из представителей народов Советского Союза делало ставку на известных и авторитетных представителей политэмиграции этих народов. В азербайджанской эмиграции такой фигурой являлся Расулзаде.
А в 1942 году Расул Заде прибыл в Берлин, где встретился с представителями германского министерства иностранных дел. Об этом пишет и польский исследователь Второй мировой войны Тадеуш Святоховский в книге «A Borderland in Transition». Пошли на такую сделку. Возник азербайджанский легион вермахта, наряду с другими легионами, состоящими, как и было обещано, из других представителей советских народов. И чтобы отбелить имя своего кумира Расул Заде, Азербайджан тщательно пытается замести следы. Говорит о том, что, цитирую, широко распространенное в зарубежной историографии мнение о том, что Расул Заде якобы возглавил в этот период созданный в Берлине Азербайджанский национальный комитет, не соответствует действительности. Причем нигде не указывается ссылка на факты. Почему вдруг в современном Азербайджане сотрудничество Расул Заде с вермахтом считается недействительным? Просто и всего-навсего недействительно. И все тут. Между тем, следы Расул Заде теряются после поражения немцев в 1945 году. Его имя снова начинает всплывать только в 1947 году, через два года после капитуляции Германии и уже в Турции. Также есть свидетельства документальные, что Расул Заде и Фатали Бейли были единомышленниками. А жители станицы Старокорсунская Краснодарского края должны знать, что 10 августа 1942 года их станица была оккупирована и сожжена солдатами вермахта не немецкой, а именно азербайджанской национальности, так как именно азербайджанский батальон под номером 804 вермахта вошел в эту станицу и камня на камне не оставил, чем и восхитил немцев. И об этом написано в книге азербайджанского тоже историка Несимана Ягублу в книге «Жизнь и деятельность Абдурахмана Фатали Бейли Дудингинского». Книга вышла в Баку и имеется в свободной продаже. Так что, уважаемые кубанцы и господин Алиев, который ссылается на Анжде, поковыряйтесь по сусекам своим собственным и посмотрите, что натворили азербайджанцы вермахта. Одно из их творений находится, как я уже сказал, на Кубани. Могу привести еще массу примеров того, как в Азербайджане наглядно одной рукой героизируют своих поборников фашизма, а другой рукой указывают на видных деятелей других народов. Лично я не являюсь ни ждеистом, ни коммунистом, ни сталинистом. Я за правду. А правда в том, что советский народ искренне освобождал страну от мерзости, и среди них были наши с вами деды и отцы. Сейчас модно переиначивать историю тех страшных лет. И этим пользуются все, кому не лень, фальсифицируя и искажая в свою пользу. Мне посчастливилось застать ветеранов войны еще более молодыми, когда им было немного за 70, и они могли в твердой памяти рассказать о тех страшных днях войны. Но, видимо, Алиеву некогда было проводить время с ветеранами, так как он свою молодость прогудел на папиных деньгах, а сам папа Гейдар Алиев струсил и избежал фронт по состоянию здоровья. А ведь в 1941 году парню было 18 лет. Самый что ни есть призывник. А раз не воевал, то и сыну не рассказал ничего о войне. Господин Пашинян, будьте категоричны, харизматичны. Точно так же, как и на площадях ереванских. Дипломатию оставьте на суд дипломатам. А вы лидер страны, против которого ведется активная информационная война. Вам нужно не защищаться, а нападать, если нужно. Побеждает харизма, а не дипломатия. Дипломатия вторичная. И потом вы были в Ашхабаде. Помимо того, что я сказал в ответ Алиеву,
Необходимо было еще ему напомнить перед главами государств и перед камерами, которые освещали это событие. Вот именно так и нужно было отвечать. А еще нужно было ему напомнить, что этот человек, будучи антифашистом, не только на Карабах позарится, но и столицу признанной страны, Республику Армения. И потом, Ашхабад как раз-таки то самое место. И я думаю, что президент Туркменистана Курбангулы Бердымухамедов только поддержал бы в вашем вопросе, потому что вся история современного Азербайджана – это история Туркменистана. И все, что преподается в учебниках истории Азербайджана, практически тоже рухнама. Те же сефевиды, туркмены, те же Каракоюнлу, Аккоюнлу. Вся история туркмен в одном учебнике Азербайджана. Так что вас бы там поняли точно и правильно. И напоследок я бы хотел бы вам рассказать о том, что у нас вышел очередной календарь вокруг света армянского. Те, кто приобретал этот календарь за 2019 год, им понравилось, судя по их письмам, и я решил сделать на 2020 год. А здесь, как и в прошлом году, также собрано много интересной информации из жизни мирового армянства, открытия ученых армянских в разных странах мира по дням и месяцам, и в области культуры, искусства, и из области истории. Здесь буквально все. Ну, кто приобретал, те знают. Поэтому, если вы хотите сделать заказ, сделайте это обязательно. Под этим самым видео будет, значит, координаты, куда обратиться и как его заказать. Приобретайте, надеюсь, он вас будет также радовать круглый год, как вас радовал календарь вокруг света армянского за 2019 год. Ну а сейчас до свидания. На будущей неделе обязательно встретимся.